приползает с работы ночью со своей задрипанной бутик-фабрик. Разбивает кипящее масло яйцо. Устало смотрит в гладкую стену. В кресле сидит белый старик и говорит: «Милок, отнеси-ка кольцо в Магнитогорск к мертвому Мартену. Дам тебе 25 тысяч евро». «Нет», — говорит наш герой, — «сумма такая не стоит нервов. Нафиг мне такой геморрой. А если речь о спасении мира?» Интересуется старичок. «Мир не спасают за такие деньги. Пошел нахер, старый торчок». Хлопает дверь, петля кричит сойкой. Он намазывает маслом тост, допивает пиво, падает в койку, вытягиваясь во весь свой невеликий рост. И вдруг подпрыгивает, как ужаленный, странной, зимней, дохлой пчелой. Если бы он был девушкой, 13 раз воскликнул бы: «Ой!» Как он попал в мою квартиру? Бандюки, менты, ФСБ, сюрте. Достает хорошо, пристреленный в тире. Хоть и БУ, но все же ТТ. Старик звонит в дверь в полвторого ночи. Просит: «Пусти, я замерз, сынок». Они долго сидят на кухне. Пьют кедровый литр под сырок. Утром он набирает отдел кадров. «Я увольняюсь, зарплату дарю». В съемной квартире какие-то люди кланяются ему, как царю. Суровый гном с автоматом УЗИ. Прокуренный нарк с алмазным копьем. Соседский бандит по кличке Кузя. Он шутит: «Идем или пьем?» Старик говорит черным шепотом: «Ради святого, не трогай кольцо». Они осторожно идут по лестнице. Развитие сюжета из 36 возможных можно назвать печальным концом.